Указы президента на контроле муниципальных депутатов. К 2016 году должен быть решен вопрос очереди в детские сады для детей с 3 до 7 лет. Информацию о том, как с проблемой борются в Щелковском районе, заслушал районный совет депутатов. По данным комитета по вопросам образования, сейчас очередь в детские сады среди малышей старше 3 сравнительно небольшая, а до конца года должна и вовсе исчезнуть. Мы имеем очередь 217 детей, и если мы запускаем, а мы его запустим, детский садик на 250 мест в Лукино-Варино, в городском поселении Светловский, то вопрос очереди детей с 3 до 7 лет будет решен. Однако беспокоит депутатов, как решается данная проблема для семей с детьми от 2 лет. Сейчас очередь для малышей этого возраста составляет более 1500 человек. Депутатов особо взволновал вопрос теперь уже обеспечения потребности местами в дошкольных образовательных учреждениях с 2 лет. Потому что многие родители сейчас, особенно в это тяжелое, такое непростое время, да, хотят выйти на работу. Достижение ребенком 2 лет. И мы хотим, чтобы администрация также рассмотрела вопрос обеспеченности местами детьми не только с 3 до 7 лет, но и потом с 2 лет. Этот вопрос ставился достаточно остро. Представитель комитета по вопросам образования подчеркнула, что цифра достаточно условная. Некоторые родители в течение долгого времени не могут определиться с выбором садика, отказываясь от многих вариантов. Однако в целом решить проблему рассчитывают за счет открытия дополнительных групп в уже работающих учреждениях, а также детских садов, строительство которых идет прямо сейчас. 2 в Медвежьих озерах и 1 в Щелкове. Именно в этих поселениях потребность в учреждениях дошкольного образования наиболее велика. У нас в Медвежьих озерах сейчас строятся 2 детских садика, и мы планируем, что детский садик на 250 мест будет в конце года, а может быть в первых числах января запущен, куда также мы будем набирать детей 2-летнего возраста, и вот эту задачу решим. В результате совет проголосовал за решение принять информацию о ходе выполнения программы ликвидации очереди в учреждения дошкольного образования к сведению. Рассмотрели депутаты и весьма щепетильную тему. Попечительский совет по вопросам похоронного дела появился в Щелковском районе в сентябре 2012 года и ставил свои задачи развития данной сферы. Однако за это время ни сотрудники ведомственного отдела администрации, ни сами депутаты результатов деятельности совета так и не увидели. К сожалению, попечительский совет, который был создан 2 года назад, практически не работал, не исполнял свои функции. И поэтому депутаты во многих вопросах он подменяет по своим по положению задачи, которые ставят перед общественной палатой, перед советом депутатов. Поэтому депутаты приняли решение ликвидировать попечительский совет. Решение о ликвидации попечительского совета было принято большинством голосов Совета депутатов. Александр Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».